Большая, хорошая, опять же, подсказка для наших телезрителей. До конца января заказ от 5000 рублей, доставка абсолютно бесплатная. То есть заказывайте, наполняйте свою корзину на 5000 рублей и получаете абсолютно бесплатную доставку. Так, ну что, 3990 стоимость нашей электрической мясорубки. Номер лота 23508. Приступим, конечно, Володь. Засекай. Там интересен. Засекай время. Итак, так, ну давай, засекаю. Раз, два, три, четыре, про себя. 5, 6. Ну что тут засекать-то? Тут виден результат. Вот он, моментальный результат налицо. И результат, тем более, уже виден внизу экрана. 19 проданных электромясорубок буквально за несколько минут нашего прямого эфира. 23-508, номер лота. Все? Да, друзья. Я ж не договорил еще. Не договорил, а мы уже, друзья, все сделали. У нас уже готов фарш. Володь, да. Вот, прости, что я тебя перебиваю, но ты как консультант, ты как эксперт все-таки в своем деле. Скажи мне, пожалуйста, вот сколько может стоить такая мясорубка в магазине? Слушай, ну я задавался этим вопросом. Ты знаешь, вообще самые такие интересные цены, которые я видел на мясорубке, так. Ну там порядка 5-6 тысяч, причем не все. Серьезно? Из них функция реверса. У нас-то ведь здесь есть функция реверса. Так. Для чего нужна функция реверса? Хозяйки с опытом знают, крутим в одну сторону, вот это, знаешь, когда заводим, когда грузовик, крутим в одну сторону фарш, намоталось мясо на шнек, начинаем крутить в обратную сторону, туда, обратно, все продумано здесь. Нажимаем просто в другую сторону, видите, шнек, пестик да. начал подниматься, да, за счет того, что шнек начинает вращение в другую сторону. Попробуйте. Важный момент, друзья, кнопка реверс не за, ну, не защелкивается, то есть у вас не будет такого момента, что вы это случайно. Набили туда всего. Нажали, отмотали, как говорится. Совершенно верно. Прекрасно. А вот когда в нужную сторону мы нажимаем, и у нас идет, собственно, безусловно. Но, дорогие друзья, чего удивляться нашим ценам? Ведь мы единый центр распродаж. Мы первый, единственный телемагазин распродаж. 4490 рублей. Это цена старая. Она сегодня не действует. Новая цена менее 3000 рублей. А вот мы выяснили сейчас в разговоре с Володей, что минимум 5-6 тысяч рублей будет стоить в магазине такая электрическая мясорубка. 2990 у нас продано уже 50 штук. Мы этому несказанно рады. Как всегда, по традиции отмечаем салютом и фейерверком вашу честь. Продолжайте делать заказ, дорогие друзья, потому что эта электрическая мясорубка — это действительно настоящее чудо на вашей кухне. Причем, ну, соткана из одних преимуществ. И вот та самая дорогая функция реверса, о которой мы говорили. И, конечно, сами материалы, плюс безопасность, вот с которой Володя тоже начал, наверное, во многом за счет даже присосок, которые фиксируют. Да, кстати, тут присоски есть, тоже важный момент. Мощная вот, мясорубка, послушай, понимаете, да? Можно? Ну вот звук характерный, да? Да, это действительно важно, потому что мощную мясорубку, понимаете, да, ерзать не будет по столу. Тут еще про комплектацию важно сказать. Смотрите, что у нас, как говорится, вместе с мясорубкой идет. Во-первых, несколько насадок, которые для фарша, да. Посмотрите, вот они, разного диаметра. Можно сделать фарш крупнее, фарш мельче, ваше дело. Кроме того, вот такая насадка для колбасок. Кроме того, вот такая насадка для полых таких мясных трубочек, которые можно, например, сыром внутри нафаршировать. Также дополнительные насадки, которые помогут вам удобнее работать с нашей мясорубкой, для того, чтобы ваша деятельность с ней была комфортной. Прекрасно. Ну и инструкция на русском языке, конечно же, идет в комплекте, друзья. Так что, собственно, вперед из песни. Звоним и заказываем. Вперед из песни. Действительно, отличный слоган, кстати, для телеканала Дисконт ТВ, для телеканала Распродаж. 2990 за электрическую мясорубку с функцией реверса. 23508, номер лота. Продано уже 64 мясорубки на данный момент. А это значит, что у нас ограниченное количество, дорогие друзья. 23508, номер предложения. Выгода составляет 1500 рублей. Если вдруг наши телезрители никогда не сталкивались с дистанционными покупками, ну, по разного рода причинам, кто-то переживает, кто-то, может быть, боится, кто-то не знает, как это делать, сделайте знакомство с нашим телемагазином. Познакомьтесь с Дисконт ТВ прямо сейчас и поверьте мне, что вы останетесь в полном восторге. Звонок абсолютно бесплатный. Заказ на сайте тоже можно легко оформить. Дисконт.тв.ру. 73, кстати, проданных мясорубок. Неплохой результат. Ну, как ты считаешь, только начали, да? Да. Но, видишь, практичная мясорубка — это то, что нам нужно с вами в обычной жизни. Обязательно и все не применишь. Это правда. Ну, мы понимаем, да, котлетки любят все. А кроме котлет,
креветок можно сделать, например, лазанью. А кроме всего прочего, даже картофельное пюре. Вот простой пример. Наши хозяйки сейчас в последнее время взялись делать картофельное пюре с помощью блендера. Да. Но вы кушали это картофельное пюре? Девочки, вот не в обиду, да? Получается, как немножко как конная замазка, да? Но пюре должно быть пушистое, красивое. И вот такое пюре получится именно с помощью вот такой мясорубки. Просто погружайте картошечку, и все вылетает с помощью вот такой крупной насадки. Вы смотрите, вот она. Можно вполне себе легко сделать. А у нас три насадки в комплекте. Стоит тоже об этом напомнить. 2990 номер лота. Выгода сегодня 1500 рублей. Номер предложения 23508.